вообще активистки. Вот, узнали у мэра города, да? У Сергея Варпанова. Я не очень часто хожу. Да. Но сегодня решили прийти, да? Да, поддержать. Сегодня пришли сюда, вот, может быть, друзей позвали. Один. Нам много пришло, еще переодеваются. У нас папа был раньше хоккеистом, за это всегда нас отправили на лед кататься. Отмечать День студента на катке, тем более бесплатный вход сегодня, да? Это, мне кажется, прекрасная возможность, потому что это даже как-то мотивирует нас, студентов. Как бы студенты, халява, все такое. Пришла со своей одноклассницей бывшей, вот, да. Решили вспомнить молодость, покататься. День студента проходит замечательно на катке. Вот. Решили выбраться. Подруга сказала, что бесплатно. Думаю, ну, а почему да. не сходить тогда? А давно школу закончили? Нет. В том году. Да. Мы первый курс еще. Здорово. То есть это ваш первый день студента? Да. И как ощущения? Ну, надеюсь, что не последний. Как и дети. Да!